И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Кирилл Геймер, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Ребята, наконец-то вышел пак на Monstrous Poppy Playtime Chapter 3. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на крутых монстров. Погнали. Catnap. Я буду в них вселяться и показывать, что они умеют. Ну и досмотрите до конца, потому что в конце мы их всех поставим и будем с ними жестко воевать. Так, он как-то медленно ходит. А ну-ка. Он же большой. Я могу убивать? А да, это тоже убивает. Отлично. Двоих сразу было бы классно, если мог убивать. О, пойдет, мощный. Классный скример? Да. А ну я сейчас в него выселюсь и хочу посмотреть, какой у него скример. Давай. Так, вот теперь NPC ходит. Это я. А это ты? Убивай меня. На. Это было мощно. Нифига себе у него хвост, как змея какая-то, когда ты идешь. А ну иди вперед. Вот такой длиннющий у него. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Discord, пообщаемся. А ну выселись с него, давай посмотрим, как воюет NPC-шка. Он медленный. А может его может загреть, если чуть стрельнуть в него, не? Вот это он стрёмный. Ладно, давайте мочить его. Потому что еще впереди классный монстр. Мы должны всех увидеть. Так быстро умер? Ну и ладно. Ну да. Catnap Nightmare. Ого! Звуки классные, да, издает. Музычка пошла. О, а когда убивает другой, видите, встает? Так, у теперь я за него похожу. Другой? Ну точно такой же, как у фиолетового почему-то. Ну видно, еще не доделали, потому что они вышли сегодня. Ребята, записываем всегда самые свежие моды. Поэтому обязательно колокольчик лупаните, чтобы не пропускать. А, вот, да, теперь я увидел. Ой, двоих я сразу! А я нажал один раз, кстати, удар. Как это работает? Ха-ха, ты прикольно хвостяра у него. Вот это пощуха у него. Вот это он мощный. А ну-ка меня. Да, скример от первого NPC-шки остался. Ладно, давайте мочить его. Машину он будет ломать. А это мы потом проверим. Dog Day. Собака. Собака Кусака. Хи-хи, прикольно ползает. Ладно, замочи меня. Смотрите, половину собаки нет. Да блин, дай вселюсь тебе, морда ты собачья. Это что, оторвало ему полтуловища? Так, теперь я в нем. А прыгать не могу. А по стенам они могут лазить? Давайте проверим. Вот это мне даже интересно. Не, по стенам не... А какие-то же должны лазить вроде бы монстры по стенам. Потому что там есть в игре такая штука, где они лазят. Это я звуки издаю конченые? Да. Да. А вот музыку могу сделать. Как я эти звуки издал, мне интересно. Ладно. Мочите его. Но жизни у них мало, я уже это понял. Да, совсем мало. Получается где-то 100 хп, как обычно выносится. Ну, больше, мне кажется, 200. Ваги-ваги, хелекуки. Там, короче, не написано, я не знаю, что там написано. Воу. Ого, он сожрал тебя. Воу, вот это мощь. Пока же самый крутой скример у него. Да, самый классный. Смотрите, смотрите, как руки сделаны. Это рассчитано, что нужно по узким коридорам лазить. Не, ну очень быстрый. Анимация на высоте, ребята, оцените этот вообще от 1 до 10 монстров этих. Я даю 10 пока что. Че, боитесь, пацаны, разбегаете все, да? О, может он по стенам лазит? А, я не успею. Уже тут все настрал он своими какашками. Ну-ка. Давай. Я вселился. А, я не смог, ты вселился. А ну на правую кнопку мыши. Не, он не хочет. Значит, они не лазят. По идее, должны. На те. Вот это челюха у него стрёмная. А, не, больше 100 хп у него. Потому что это сразу много отнимает арбалет. Сотку хп точно. Может, у них жизнь у всех по-разному? Может такое быть? Может. Мисс Делайт. О, если отвернуться, она будет за нами идти. Вот отвернитесь. Ай-яй-яй. Я не отворачивался. А ты близко подошел, когда близко подходишь, она мочит. Давайте ее рассмотрим. Что у нее в руках вообще? Какая-то штуковина стрёмная. Это ёршик. Ха-ха, посуду мыть. Отворачивайтесь, пацаны. Блин, ну жесткая, ну-ка. Да-да-да, я увидел, как она ходит. Вот давайте в нее вселюсь, посмотрим, как она вообще. А, вы пока смотрите, не могу двигаться. Вот иду. Еще рандомно может застывать. То есть не заскриптовано, всегда по-разному. Ха-ха-ха, классно сделано. А я могу на шифт быстро бегать? Давайте проверим.
Не успел на тебе ёршиком по башке туалетным. Ну у неё какая-то штука с гвоздями, видите, в руках? Да. Это не гвозди, это карандаши. А, это карандаши, точно. Это линейка, походу, с карандашами. Линейка с карандашами. А ну подойди ко мне близко, могу тебя так убить, если я буду за него играть? А, да, убивается. На. Сразу двоих. Один удар и два трупа. Это классно. Хорошо. Шар Air 2. Убил ее сразу. Такс. Smiling Critters. Ну что это за челепиздрик маленький? А че он за тобой наперед ходит? Ого! О-о-о, на хвосте может прыгать! Давайте я в него вселиться. Блин, я не. На тебе. Да стой, стой, я не то. Я не то нажал. Хочу в него вселиться. Эй! Да я ж не хочу идти, че он ходит? А, можно и передом? Странный. Так, пробил не работает. Это, наверное, Баку не должен так убивать. На хвост встает. Да, шифт у него не работает, медленно ходит очень. На! Так, теперь я хочу посмотреть его скример. Да куда ты идешь задом? Да я тут. Ну! На ух тебе. Ты, блин, а что у него во рту? Пуговица какая-то или что это у него? Микрофон. А, микрофон? Микрофон. А, давайте рассмотрим. Да блин! На расстоянии убивает. На какой-то там динамик или микрофон. Не, это... Нажимаешь ему на живот, и это звук... Рикошет. Обстоятельства. Так, ребята, у нас еще один есть пак. Poppy Playtime Extras. Бокси Боу. Ох ты, прикольно. О, он в Project Playtime есть. Ну да, я хочу просто сегодня всяк посмотреть. Чтоб люди знали, какие смотры в этой игре. Стрёмные. Убивает всех на своем пути. Слышь ты! Морда коробчата. Ай, блин, хотел вселиться в него, не успел. Получается, сам себя убил, в это время я вселялся. О, теперь я за него играю. А если на меня подойти и Е нажать, ну нажмите, будет коробка крутиться или что-то такое? Работает здесь? Не. Не. Смотрите, как сделана текстура, я даже вижу волохню на голове у себя. О, у него внутри пружины во рту прям. Двоих сразу, класс. Так, он бегать быстро не может. Я еще когда хожу, чуть-чуть скрип издаю, слышишь? Да. Пружины заржавели. А ну, может, я могу лазить? Блин, было бы классно, если бы монстры могли лазить. Мы могли тогда очень классные ролики записывать с ними. Ребята, вы смотрите следующий ролик, потому что мы с ними сделаем выживание. Ага, смотри, шар его не убил с одного раза. У него жизни больше. О, так это уже факсы. Видите? Ну да, на один хп больше. 200 патронов выдержал. Хаги-ваги. Классически. О, пошел. А, ну-ка давай меня. Ам. Ты обжора, слышишь? Прекращай. Он, кстати, быстрый. Да, ну реально быстрый. Быстрее, чем те. О, давайте попробую. Блин, хотел залететь. Может, он может по стенам лазить? Ну что-то похоже, как будто может. Вроде бы нет. Мочи, мочи, Максим. Отстань, жопа. У него, кстати, жизни очень много. Да, даже шар отскочил. Что, он за мной пошел? О, давайте проверим, сможет он спрыгнуть или нет. Он может спрыгивать и кулаками бить. А, блин, твой пулемет вообще какой-то читерский. Так, мами... Long legs, мама длинные ножки. Во, она может лазить по стенам. Во, я же говорю, что я помню, какой-то мог лазить. А ну, давайте все наверх зайдем сейчас. Посмотрим. Нет, она обходит. Просто она ищет легкий путь. Ай, я ее убил. Силу тратить. Так, я сейчас, короче, отключу искусственный интеллект, в нее вселюсь, и мы посмотрим, может она лазить или нет. А ржет как дурочка. Не, не лазит. На правую кнопку мыши обычно лазит. Что? Как-то орет она, да. Я хотел еще этой звуки поиздавать. Прыгать не может. Была в классе, если прыгала. На! Ай! Давайте, мочите ее. Да, блин, не успел. Последние слова. Я тебе спас жизнь, понимаешь? Да. Так, ребята, еще есть вот такой у нас пак вот. А, это просто маме Long Legs, только с другого пака. Ого, она по-другому убивает, вы видите? А ну меня убей. Ух ты, блин. Представьте, в реальной жизни такого встретишь в переулке темном.
Я бы обосрался. Жесткий монстр. Как в нее попадать? Даже не понимаю, где у нее хитбокс там. Между лап будет пролетать или нет? Ой, Максим, у, как? Обстоятельства. Я двоих сразу убил, от тебя чисто отлетел в Кирилла. Так, у нас еще есть вот такие хаги-ваги. На. На. Ого, у него слюни вонючие во рту. Че, голову откусил, что ли? А, не, мне показалось. А было бы классно. Блин, он уходит. А, блин, не могу колени попасть. Вообще не знаю. Что? И вот такая у нас еще есть хаги-ваги. Крау. Ох ты! А, он по вентиляции лезет. Ну да-да-да, и звук такой, слышите? А, ну как у него скример? А, такой же самый. Так, ну что, сейчас будем делать войну, как я обещал. Мы сейчас поставим всех этих монстров и будем выживать. Так что, ребята, сейчас будет весело. Ставлю каждого по одному. Но я думаю, это будет не сильно сложно. Это будет очень жестко. Готовьтесь, пацаны. Они между собой драться не будут, надеюсь? Не знаю. Потулочка пошла. Так, я наверх сразу залечу. Ну что, вы готовы? А, давайте подождите, да. Себе оружие тоже возьму. Так, М9К, снайперка нет. О, мой любимый дробашева. Ну что, поехали. Ой, ого, аж подвисло немножко у меня. Музыка эпичная, блин, пошла. Что там, Максим? Так, я почти постараюсь пока весь повыживать. Почти проиграл, я видел. Так, двое. Так, пока здесь никого нету, можно быстренько эту замочить. Есть. А, они быстрые! Блин, я не хочу от них выживать уже, что-то я их боюсь. О, можем потом делать, ребята, выживание с низкой гравитацией. Это будет эпично, кстати. А, они через двери пройти не могут. Они толстые. А, забираю свои слова назад, блин, испугался. Ты что? Вы психи, что ли? Вот идет. Ай, не попал. А! Да убил. А красиво, красиво ты это сделал. Нет, последний, вон еще одна. Где? Где? Застряла в дверях. Я убью сейчас своим шаром. Бум. Так, ну что, давайте сделаем последний тест, мы просто сбросим на них бомбы. Как ты думаешь, с одного взрыва они умрут или нет? Смотря, если одна бомба, то не все. Одну. Ну, мне кажется, выживет хаги-ваги. Ну, давайте проверим. Так, ну что? Запускаем по старой схеме SC-1000. Чисто по центру. Так, улетаем и наблюдаем. 3, 2, 1, взрыв. Так, всех! Ты угадал! Максим, да. Как ты угадал? Я просто молодец. Да просто, мне кажется, бомба далеко взорвалась. Ну там радиус плюс-минус пару метров никак не влияет на урон. Ну да, она отскакивает далеко. Ну все. Получается, шкатулка и хаги-ваги самые крепкие оказались. Монстряхи. Да. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас и Тучка, Кирилл Геймер, Робби, ОлТВ, Венера, Кинг энд Файр, Гафака. Пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, приветики. Ребята, будем убегать сегодня от монстров Poppy Playtime Chapter 3 на карте Back Rooms. Если опять угодно, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Смотрим, как они здесь бегают. Смотрите, как первый пошел. А вот тот собачий хвост как быстро бегает. Да, так. А, давайте согласен, кто первый умирает, ребята? Тут лошара! Дима, или... умирай, как всегда. Нет, я не буду. Да давай. Или там спокойно идет. Если сейчас будет очень мало людей умирать, я буду спамнить 1000 миллионов штук. Аж Гаррис Мод будет вылетать. О, тут можно повыживать, отлично. Да. Тут такая большая территория, вообще классная. Я еще одного поставлю и еще одного. Во, вот так интереснее. Смотри, они открывают шкафчики. Что? Опа! Гафака умер! Еще умер! Ребята, настроение отличнейшее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в Дискорд, поорем. Смотрите, что на этой карте еще есть какой прикол. Вот туда если падать, вы умрете. Он уже близко! Он уже близко, так. Блин, тут эти шкафчики, классно, можно от них уклоняться. Смотрите, как ползет. Ё-моё. Ё-ё-ё-ё, как это опасно.
Че, никто не умирает? А че, так легко выживать, что ли, пацаны? А тут Хаги-Ваги достал. Ё-моё! Нечего стоять наверху. Я, кстати, проверил, если вы даже залезете наверх на шкафчик, он все равно вас замочит. Серега, он замочит тебя. Я предупредил. Молодец, Серега, что убежал. Так я специально встал, чтобы видеть, кто бежит, если что. Смотрите, близко уже. Так, окружают, окружают. Мочи. Нет, вот, человека мочи. Нет, не меня. Диму. Да нет, я буду, блин, стол вонючий. Ё-моё, ещё чуть-чуть, видели, прям за жопу у меня коснулся? Отвали! А, я, блин, запутался! Да, блин, я на кассе не мог пробить хлеб, мне от кассирша не пробило. Дима, это кассир пятерочки. О, давайте еще поставлю такой монстр, когда вы на нее смотрите, она не может двигаться, а когда отворачиваетесь, двигается. Вот, ребята, сейчас будет еще веселее! Да если вы уже по-любому влепили лайкосик и колокольчик, потому что ролики выходят каждый день. Так. Я вижу, какая они уже там ближе и ближе. Интересно, они могут только за мной агриться или за всеми вообще? Кто ближе, а они. За всеми. Че? Ой, бежи сюда. Еще. Ой, там это. О, давайте еще вот этого поставим, собачелу маленькую. Может, кто-то на него наткнется. Зря ты там сидишь. Вы что, самые умные будете? Нет. Серега, прощай. Нет. Блин, ты смотри, не убил. Я пока опа, Кирилл Геймер слился. А я один раз такой слился. Ой, они уже тут по всей карте разошлись. Тихо, 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 монстры линеечные. Ой, ема, там ходила. А что у нас, что он стоит? Они застревают. А, они застревают. Ай! Блин, тот специально отвлекает меня, типа он застрял. Они идут. Я его вытащу, я тебя спасу. Меня кукла эта вонючая убила. Кстати, прикол для куклы. Ну блин! Прикол для куклы, чем даже не смотришь, тем постоянно идет. Да, кстати, в этом есть прикол. Она как разгоняется, да, пацаны? Да, это в игре самой было. Так, 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 давайте сюда сходим. Вот так. Она, эта вонючая кукла. Надо еще смотрите. Ставить. А собачела ты... пошла! И еще собачела пошла, ребята! Все больше и больше монстров, как вы любите. Да, не застреют, слышь, вы, хаги-вуги. И вот белый тут застрял большой. Ничего, ничего. Мы сейчас их подостоим. Может, это отвлекает, они специально стоишь, а потом резко убивают тебя. Ой, вот ходи. Еще. Да, они в пол как застреют. Может, они товар просто берут там? Серега! Ой. Ну, Сережечка, ну не убирай! Вторая смерть. Отлично. Так, давайте еще ставить. А, еще! Еще, ребята, ну что, смотрите, они заполнили всю карту Backrooms. Ну что, я иду к вам. Серега, что там на кассе тебе пробить? Мне хлебу. Хлеба, хорошо, на тебе хлеб. И пиво. Ой, убили первый раз. Эй, нельзя пиво. Можно пиво? Нет, нельзя. Можно. Нельзя, говорю, пиво, нельзя. Драка монтировками. Бегите. Бегите, бегите. Это охранник пятерочки. Блин, это жесть! Сейчас он по щам тебе надает, Дима. Нет, не должен. Вот там собака застряла! Собака, колобака! Бегите, мужики! Она медленная просто! Ах, хаги-ваги! Сейчас еще поставлю, ребята. Сейчас еще будет. Вы застряли. Мужики, не застревайте в полках! Значит, школьники там. Полочь! Дима, они не застревают, они это. Когда они видят нас, да? Они товары ищут, а покупают. Туалетную бумагу, пацаны, надо кому-то? Да, спасибо. Они, короче, хлеб ищут. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, сейчас будет вообще сильно. А хаги-маги бежит? Смотрите, сколько она поставила этих бешеных тёлочек. Чё, Дима? Дима, ты псих. Я знаю, я такой. Ай, блин, ладно. Эй, отворачиваться ж нельзя, блин. Тут это псина. Сейчас они, ребята, по всей карте распространятся, это будет жесть. Ух ты, блин! Ах! Ой, блин! Ах, это он быстрый! Дима, они знаешь еще так это, ты поворачиваешь за угол, и они из-за угла так появляются. Да, есть такое. Уго их тут. Очень надо осторожный быть, очень. Я пока что еще ни разу не умер. Это ж хорошо. Вот ты умрешь. Они тебя достанут. Мы так сидим, надо ее физганом толкать на них. Музыка такая. Так да, музычка реально стрём. Блин, а я могу вот так перепрыгнуть сюда? Да не залезай. Ой, дочка. Блин, я в яму. Мама мия, сколько их тут. Нормально, Серега?
куча кукол, куча ходил. Это же хорошо! Больше, куча каких. Ай, блин, тёлка! Школьники захватили пятерочку. Бегите, бегите, глупцы! Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блин. Что эти куклы? Везде, везде по кругу! Да, как... Серега, я сейчас поставлю с другой части, они вообще жесткие. Ай, ну что? Начинается еще жестче. А, вот эта быстрая штука бежит. Да не за мной, за Серега. Вот Серега. Да, нет. Да, 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 да. Они должны за тобой идти. Нет, он с этой стороны. Ох, ходи по всем. За Димой, за Димой. Нет, нет, нет. Волка, самые длинные ноги. Да блин, ты что, не понял? Ай, блин! Да блин, тут тяжело от них убежать, я их очень много наспамнил уже, понимаете? Иди, Серёжка. Спокойненько. Ты террористы. Ай! Да блин, отворачиваться ж нельзя, я вспомнил. А чё такое, а чё это мамин лонгплеерская быстрая? Так. А! Ёкарный бабай. Блин, да что ж такое? Месяц, смотрите, мама длинные ноги вышла на охоту. Ай! Ай, все, все. Угони друг друга типа застревали. А как теперь выйти мне? Дим, ты что сделал? Молодец. А как выйти? А иди, никак. Иди. Иди, выходи. Нет, иди. Ты иди. Не, иди ты. Надо свои факты выйти. Блин, как выйти? Да блин, нельзя выйти. Вот это орёт. Ага, по полку. А нельзя выйти, все, один мой. Да я ее отодвину. Она... Да блин! Да она сюда. Ты дурочка, что ли? Ты что, я упустил? Все, отлично, беги! Да ё-моё, она прошла к нам сюда! Быстрее, 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 быстрее! Вы что, в одном месте были все? Ай, мы там, где спаун были, не могли выйти, они забаррикадировали входы все. Спасибо, ты отодвинул ее, я выдержал. Я даже боюсь возрождаться, что сейчас будет? Она опять здесь стоит. Пацаны, давайте, кто первый пойдет и спасет нас? Гафак. Давай, Гафака, я уже ходил, спасал, давай тебе твоя очередь, иди. Пока она будет тебя убивать, мы пробежим, давай, иди. А потом я в следующий раз, я обещаю. Отлично. Ты нам спас жизнь, ты нам не спас жизнь. Блин, сразу троих убила. Хорошо, ребята, ставлю еще жестче монстров. Я думаю, они будут посильнее. Пусть будут жесткие. Готовы? О, давайте, это какой у нас? О, вот это быстрый. Серега, беги. Быстрый. Да ну. Это очень быстро. Ребята, я нашел быстрых монстров. Сейчас будут все страны. Сейчас я их поставлю штук 90 тысяч. Кого ты поставил? Давай. Готовы? Конечно. А я предупредил вас? Предупредил. Меня не слушали. Мы слушали тебя каждый день. А, блин, невозможно. Вот это психи. Они даже позастревали-то. Надо их освободить. Ё-моё, ничего себе, не быстро. Тихо, тихо, тихо. Бегите. Мама мия. О, я вижу, как начинает все умирать. Ну все, это хорошо. Так, я на кассе здесь буду хлеб пробивать. Ты говнюк. Серега проиграл. Меня и тучка застопит. Ай. Блин, смотрите, как ребята смерти пошли. Вот это сильно уже было. Нет, на спаун, на спаун. Вы боитесь? Иди, иди, не бойся. Есть, отлично. Серега, спасибо, что нас спас. Или ты выжил? Вообще, а, да, ты выжил? Выжил. Видера, King of Mercy сливаются. Я тебе сейчас подлючку сделаю, Дим. Не, не надо. Не надо, пожалуйста. Они тебя убьют зато за это. Окружают. Окружают, смотрите. Быстрей, быстрей, быстрей. Беги, 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 беги. Бегите, глупцы. А, по кругу будем гонять. Нет. Отлично. Я их обманул. Я ударился в угол стола, нога вонючая, кривая. За мной 5 гонит Сахагима Гидима. Капец, ты там вообще орду ведешь. Классно, ребята, так я и хотел. Да мужики, ну хватит трусы тут покупать свои. Да блин, сейчас чуть не убили. Ай, сам же его освободил. Понимаешь, что вообще скидки, они пришли на скидки. За рыбой мороженое. А не рыбу едят? Ребята, напишите в комментариях, что едят Хагиваги. Они ж монстры, по-моему, что-то должны есть. Ай! Да ё-моё, задрался умирать уже. Мама мия, орда просто, орда Хагиваги идёт, Дима. Ай, блин, я их боюсь. Блин, они так за угла резко выходят, это реально так стрёмно. Да они очень быстро, они страшные. А, беги, быстрей, в эту, нет, сюда, нет, туда. Ё-моё, это куда бежать?
Чё, музыка такая играет? Тогда, пацаны, а чего вы на спауне стоите, крысы вы? Гафак и ЛТВ стоят на спауне, понимаешь, Серега? Да. Вот так, да, значит, вы? Хорошо, мы ваше очко подсчитывать не будем. Да блин! Серега, готов взрывчатку, будем их взрывать. Взрывать? Да, давай, взрывай их всех. А, нет, ядерные бомбы не умрут, надо только СЦ-1000 взрывать. Давай, взрывай. Ой, сейчас, короче, бомбы разбрасывают, это не дает бомбы разбрасывать. Давай, Дима, быстрее. Да готовлюсь, иду, бегу. Одна бомба есть. Надо бежать, она сейчас может взорваться, кстати. Еще одна тут бомба есть. Я, короче, распределю по всей карте эти бомбы. Я помогу тебе. А! О, один слился. А, пацаны, извините. Ну, ты, конечно, молодец. Да я не хотел. Ой, я убегу оттуда. А что такое наши умирают, они не умирают? Ну, так надо. Он сзади бежит, господи, я его испугался, не на что он сзади бежит. Ой, там что-то, о, умерли, еще взрывы есть. Пацаны, спасайте, они не отступают. Ай, не хай. А, яма, нет, лучше, я не знал, чтобы в яму я упал, чем они меня убили. Ой-ой-ой-ой-ой, взрывы идут. Бабах просто. Они не умирают? Бабах. А, умирают. Так, бомбы разбросал. Теперь можно и ядерную бахнуть. Во, вот это. Ай, а я загорел. Во, смотрите. Два ядерных. Хорош, все, мы всех убили. Ну что, почитаем голоса. Больше всех раз умер у нас я. Ну ладно. Да я специально поддался. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Фуфло какое-то. Гусь Санёк, ЛТВ, Кирилл Геймер, Крошка-крошка, Ятучка, Гафака. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем привет, я вернулся. Ребята, будет сегодня очень классный веселый ролик, потому что мы будем вселяться монстров Poppy Playtime с главы 3 и между собой воевать. И выясним, какой же монстр самый сильный. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем битву. Так, ну что, я вселяюсь в монстра через специальную команду. 3, 2, 1. Погнали. Так, я буду очень сейчас реально играть аккуратно для того, чтобы затащить. Да прям как плохо. Пацаны, давайте, кто не сыт? О, есть! Максим! Я поддался. А, ты поддался, я понял. Вот я вижу монстра, иди сюда! Иди, выстрелись! Так, ребята, надо быть очень аккуратным, очень так. И смотри, чтобы сзади никто не шел. Смотрите, я его сейчас убью по красоте. Опа! О, нет! Я же кликал кнопку! Ладно, это первый раунд у нас был, пока что так. Так, три монстра. Так, интересно, кто же в первом раунде затащит? Смотрите, этот монстр и меня убил. Я в ПВП в Майнкрафте закликал. Давай, давай, давай! Ну! На! Отлично! Ты выиграл, что ли? Да, возможно. На лайке. Так, давайте второй раунд, ребята. Сейчас я буду очень внимательно играть, и сейчас я уже не сольюсь. Что-то мне и стучка уже воевать не хочется. Ну ладно, придется. А хочется. Дима, придет. О, давайте возьмем собачелу вот это вот. Во! Пацаны, ну что, вы готовы? Конечно. 3, 2, 1. Второй раунд начался. Так, давай, иди. Блин, я боюсь, Иди тихо, сюда. Тихо, тихо. Отвали от меня, это ты? На! Да я чё проиграю? Да что за бред? А моя собака живая осталась? Да. Эй, ну собака, ну как так-то? Я подаю специально, я сейчас тоже выиграю. Так, ну пока что вот этот Хаги-Ваги, мне кажется, самый сильный из всех. О, давай. Собачила хвостатая. Кто ж кого? Напишите, ребята, в комментариях, кто выиграет. Ну, давай, давай, жри его. Есть. Два раза сожрал. Давай, и теперь ты его ешь. А кто ты зеленый вообще? Это я. Эй, а ну сзади его, на красоту. Убей его сзади, со спины. А я как бы вижу все. На строе уже все? Да, во строе, пацаны. Ятучка, я в тебя верю. Ты за красного, да, играешь этого? Да, да, да. Все, я знаю, что ты сейчас опять всех выиграешь. Ну, кто из них выиграет? Да я... ладно, вот теперь посмотрим, будет ли Ятучка второй раз победителем. Вы разминулись. Что? Да, все, победитель. Нет, победитель. Ятучка, победитель второй раз. Представляете, как хорошо играет человек? Молодец. Да мы поддаемся просто. А, мы поддаемся. Так, давайте теперь возьмем еще какого-то другого совсем монстра. О, давайте медленного возьмем. Мне кажется, я за него выиграю. Нет.
Ты не убежишь ни от кого. А мне не надо убегать, мне надо просто кликать. А что у меня на жопе зубы? Что? Зубатая... А, это нитки, думаю, зубатая жопа. Чтобы какашки раскусывать. Ребята, настроение отличное. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал и колокольчик жмякайте и залетайте в наш дискорд, поорем. И, кстати, хочу еще сказать такую новость, что мы всех разбанили в моем дискорде. Кто был забаненный, залетайте. 0 банов. Мы вас ждем. 3, 2, 1. Погнали. Ну, давай. А вот теперь я... Да что за бред? Почему я про... Я ни разу не выиграл? Да и ладно, я поддаюсь специально, блин. Окей. Короче. Так. Давай. Беги, беги, тебя все преследуют. Беги. Два раза подряд нужно убивать? Как это работает? Блин, я опять... А так, короче, как он начал убивать, то он PC уже убивает. Так. Саня, давай, Саня, я готов. А вот красный, это опять и тучка? Да, я. Я а красный, все, я понял. А вот какая-то шкатулка вонючая убегает. Черепиздрик маленький, ты куда бежишь? Ешь его. О, шкатулка выиграла. Ой, я буду за шкатулку, наверное, сейчас играть. Шкатулка, тебя сейчас съест зеленая морда. Ну давай. Вы разминулись? Огуршик. Огуршик. Это браки, пацаны. Да ладно. Да ну, ты съел? Хорош. Да. Ну что? Посмотрим. Кто же выиграет из них? Ну-ка. Это, кстати, хагиваги с разных частей. Кто же из них сильнее? Ура! Итучка, молодец. Да блин, пацаны, давайте итучку конкретно сейчас убьем. Все, согласны? Давайте. Все, мы сейчас между собой не воюем, наша сейчас цель и убить. Да, хорошо. А представьте, что будет такая фишка, что он опять всех убьет. Вы убьете, меня толпой убьете уже, все. Погнали, ищем итучку красного. Он здесь за домом, слева. Вижу, все, я его встречаю здесь. Я его должен лично убить сам. Не, я. А итучка, а ты опять... На тебе! Да что за жопа, да как это работает, почему я проиграл опять? Блин, ни разу не выиграл. Блин, ну, я хотел Диму давайте, съесть. Давайте, едучку уже что, да, есть. Все, все, меня съели, стой. Ну, крыса, хуй. Все, вы молодцы. О, давайте посмотрим, как они здесь воюют. Ну, кто же из вас выиграет? Туда. Опа, огурец выиграл. И сам такой. А вот еще туда. Здесь. Так, шкатулка вонючая победила. Прикольная раскраска у шкатулки. Опа, еще 4 человека осталось. Скорее всего, 4 монстра. Ну-ка, старый и новый встречаются. И... На тебе. Максим, ты выиграл? Я убил его. Нет, я еще остался. Так, ну, Максим. На тебе. Молодец, Максим, давай я за тебя болею. Ты должен выиграть в этой серии. А кто остался? А все. Больше никто. О, ты выиграл, Максим. Вот, ребята, беспроигрышный мой вариант. Готовы? Это ж какой, да. Интересно. А чё, все шкатулку взяли? 3, 2, 1. Так, давайте посмотрим. Игры. Шкатулка вонючая. Гафака слился, хорош. Ну давай, нападай. Давай. Ого. Давай, что за крики? Так, смотрим, кто же из них выиграет. О, Сигма. Хорош. Это ты, Максим? Это я. Давай! О, тихо, отвали. Ты? У меня сейчас есть преимущество, я очень быстрый. Это ты розовая это? Да, я морда розовая. Давай, подходи. Не, вы давайте воюйте между собой, я хочу выиграть. Ну ты сейчас, а, вот я убью еще. Его, и ты на меня нападешь. Нет. Густанёк, иди сюда. Отстань, давай Диму убьём. Есть! Я сожру! Есть, ребята, наконец-то я смог убить. Ты в крысу просто меня убил, я не понял. А, без разницы, как я это сделал, главное результат. Ах так? Да, я такой. Так, пацаны, ну что? Хоть один раунд должен зато... Ага! Нет, это... Гусенек, у тебя... Пиписька-гусь. Есть! Отлично, ребята, отлично! Я выигрываю, покажешь. Слышь, ты, вонючая шкатулка. Ты на меня бежишь? Иди сюда, щенок. На тебе. Классно! Дим, я один с тобой остался. Да, давай, ну что, разберемся с тобой. Нападай. Как мужики. Давай, иди сюда. Ты боишься меня? Нет. Я тебя не боюсь. На тебе за это. Ребята, я победил. Сразу видно, все поставили лайкосик. Спасибо вам большое. Ну что, я буду теперь дальше играть за мамочку длинные ноги. Мне нравится. Ну что за звуки, как будто кто-то дрыщет по носу. Похожий звук.
Три, два, один. Раунд начался. Слышь ты, отвали от меня. Иди сюда. Это не я. Ой. Ага, вы все взяли эти мамочки длинные ноги. Опа, один ушел. Я убил одного. Это хорошо. Иркучка, что ты тут прячешься? Иди сюда. На тебе, есть, ребятушки. Ах, крыса. Я лучший игрок, я хочу сравняться с Итучкой, не только чтобы побеждать. Но нет! Итучка, ты меня выиграл? Да. Да ну блин, я не хочу с тобой больше играть. Ты какой-то сильный очень, три раза... А, нет, ну ты еще не выиграл. Я в Майнкрафте пвпшу жестко. Да блин, Майнкрафт, да этих монстров. Я там кликать научился жестко. У тебя автокликер, поэтому ты выигрываешь. Нет. Ну что, Максим? А, это гусанёк, пиписька, давай. Я умер. Есть. Куда? Туда этого бота. Хорош, хорош. Три, два, один. Погнали. Давайте, чебуреки, идите сюда. Чё такой медленный? О, собачело. Где собачело? Да блин, я так в жизни, я постарею, пока я до кого-то дойду. Где псина? Гусанёчек, ну иди, не бойся, я добрый собакя. Я посмотрю на себя. Да я не могу дойти до тебя, хоть подойди, я тебя убью. О, как все умирают. Дима. Давай, 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 давай. Дима, нахуй, расхочешь. А, блин, я вас боюсь, вы с двух сторон. Да ну, это так конченая собака, лучше не брал. Блин, ну настроение классно, не хочу проигрывать. Ну-ка, пацаны, давайте, давайте. Кто не боится мамочку длинные ноги? Замочите. Давайте, нападайте на меня. Максим, а ты где? Ты вот это вот стоишь? А, нет. Я это мамочка. А, я вижу, ты в углу тут обоссал тут все. Давай. Так, сапфировали. Ладно, он ушел. Давайте деритесь, мужики, вы че сыте? Давай, Максим! Нет! Тут это как-то угадать в клик правильно, я не понимаю. А кто это, этот Хаги? Ах ты ж. Куда? Кто выиграл? Я. Блин, ребята, мы еще пока вместе можем определиться, кто победитель. Получается, пока Итучка, да, больше всех выиграл, или да, как? Да, да. Но мы ему поддаемся, мы хотим, чтобы он в этой серии выиграл. Обязательно. О, ребята, у нас есть очень быстрый Хаги-Ваги. Во, классный. Он нифига не быстрый. И такой звук, как будто по вентиляции лезу. Ну ладно, ну, попробуем за него поиграть. Готовы все проигрывать? Да. Давайте, давайте, битва началась. Я буду сейчас очень аккуратно играть. Очень аккуратно. Это ты вот этот вот, который ползает? Да, 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 да. Ты хочешь меня убить? Гусанёчек, ну что, ты готов слиться? На тебе за это. Да как вы это делаете? Как вы это делаете? Почему я умираю? Мне это клик нужен, Дим, клик. Так я же кликаю тысячу раз в секунду. Давай на раз, два, три. На друг друга. Надо идти куда-то идёшь. Так, так, так. Давай, раз. Смотрим. Два, три. Ну, Гусанёк, ты что, псих? Да ну, лачу. Мне кажется, у Гусанька есть шанс выиграть в этой серии. Но до этого момента был он. Не смог. Давай, мамочка, длинные ноги, раздупли их всех. Ладно. Это опять Итучка за красного играет? Это опять Итучка. Ребята, смотрите, какую возьму сейчас монстриху. Мисс Делайт. Я знаю, что она не будет убивать, когда на меня никто не смотрит. Ну, кто знает, у нее есть очень большое преимущество. Просто колоссальнейшее. Готовы все? Да. Это что, получается, буду весь раунд просто стоять? Да. Давай, начинаем! Ага, вот, я немножко могу уходить, когда никто не смотрит. Смотри, ты умрешь. Да блин, ну я буду сейчас жопа горит. Хорошо, что я не сижу на деревянном стуле. Уже в стул загорелся бы, блин. Я отомстил. Спасибо тебе большое. Итучка, это ты красный Хаги? А это я такой посмотрел. Так, а где вы, пацаны? Я хочу посмотреть, как вы будете... А, вот! Ну-ка! Да блин! Отлично! Хорош, хорош! Сзади, будь внимательный, приближается монстр стрёмный. Ну-ка. А, отступил? А-ха-ха! Боитесь? Да как ты это делаешь? Вон в твоём же ж я видел прям, я взял в руки тебе. Так. Я стой, всё, ты выиграл? А не вот ещё. О, собака хвостатая, давай. Постой, кошага. Не убегай, не убегай, не ссы, тебя всё равно убьют. Если я сейчас... Так. Они меня окружают, понятно. Три монстра. Смотрим, вонючая шкатулка и мамочка длинные ноги. Да как? Молодец, шкатулок, инсын. Я не знаю, как его там зовут. Так, ну давай. Собачья дочка, давай.
That's Sanka Sanka. Ребята, надеюсь, наши ролики поднимать вам настроение, потому что мы сами записываем и угораем. Мы не просто записываем, мы еще и классно проводим время. На тебе, щенок! Все, собачья дочка тебе села, давай дальше. Так, это и тучка красная морда? Опять, да. А, ну это... А тебе можно вселиться до тебя еще? Блин, было бы классно, вдвоем вселились бы. Так, ну что, делаем ставки. Костяная собака или красный агиваги? Ну-ка, ну-ка. Костяной кот. Ну, беги! Да ладно, так... И тучка, ты, наверное, будешь победителем в этой серии. Ну что, давайте, 3, 2, 1. Ребята, решающий раунд. Выясним, кто же лучше будет монстр-игрушка. А ржет, блин. Так. А ты куда пошел? Мне придется тебя убить. Что происходит? Так, я не могу, у меня жопа сейчас горит, и почему я умираю? Я же кликал. Рахит. О, давай, собачья голова, пошла. Там убегай. А шкатулочный сын, нет? Не ваш шкатулочного сына. Съели его, съели. Да, съели, да? Ну шкатулка тоже прикольный монстр. Так. Не, убегай, убегай, он тебя все равно убьет. Ну-ка! Есть! Гусанек, ну что ты? Довольно-таки неплохо играл. Я буду пока на стуле сидеть. Так, это двое монстров, да, осталось? А, треть. Опять и тучка, смотрите, на крысы играет. Он, да, он а вот крыса. Еще. Я не крыса. Давай, давай, давай. Ты убей тучку, пожалуйста. Делаем ставки, чтобы и тучка слился. На тебе. Вау. О, все, классно. Да. Максим, ну ты... Я как испугался. Это работает? Вообще я испугался, если честно. А кто сейчас вот это за синего монстра тут играет? Я. Опа. Так, ты или ты кто из вас играет? Ну что, сейчас у нас будет стычка и тучка, и Максим. Кто же из них победит? Да, я думаю, что выиграет Максим. А, Максим, я за тебя болею. Ты дожидаешься, да, меня? Да, Максим, давай, тащи, тащи. Ну, тащи, ну! Да, да ну, Максим! Ну, мы за да, тебя ну, болели. Хитер, да. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанек, Крошка-Крошка, ОлТВ, Серега, Дэн, Санек, Кирилл Геймер. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ну да, с вами ОлТВ. Приветики, омлетики. Ребята, смотрите, какую мы построили классную карту, где будем убегать от игрушечных монстров Poppy Playtime с главы 3. Если печень, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, смотрите, как классно теперь можно здесь по этим бортикам выживать. Сережа, ты меня не догонишь. Ну давай по кругу походим, почему бы и нет, я могу перепрыгнуть сюда, например. Да, мы же теперь можем паркурить между балками, офигеть. Так, лучше стоять подальше. Максим, давай вместе будем выживать. Давай. Да я упал! Да я, блин, Максим, я из-за тебя упал! Ой, а почему тут двое? А потому что там уже слился один. Да блин, то... ну ладно, это ж, ребята, у нас первый раунд, правильно? Потом будет все лучше. Тихо. Хорошо, тихо. Я должен убить Максима. Я чуть два раза не упал. Ё-моё, так тупо слиться. Ребята, ну... Зато я очень красивый, блин, ну ладно, ладно. Так, давайте, гусанёк здесь стоит, давайте окружать. Максим упал. Вы чё, издевай? А, я что же упал? Ну ладно. Где сказать, вы что, рахиты падают? Так я такой самый. Ой. Давай, 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 гусанька сюда гони. Я его тут встречаю. Гусанёк? Блин, надо, чтобы кто-то там еще стоял. На самом деле, не так уж-то и легко мочить их, если человек умеет паркурить. Лучше, чем я. Давай, давай, давай. Ух ты, блин, смотри, как... Да ё-моё! Да ну ё-моё, я умер, да случайно. Хорошо, давайте еще раз. Еще один упал. Ну, Серега, ну мы с тобой хорошо ж играем, вроде бы. Дэн! Вот гусанек, давай, короче, я тут жду его. Все, я загородил балку. Теперь он не пройдет. Блин. О, привет. Все, они упали. Я убил одного. Гусанек остался. Гусанек, ты победитель первого раунда? Easy, давайте easy. Давайте его, окружаем, окружаем. Так, окружаем. А если он продержится минуту, значит мы вообще точно слились все. Так-так-так. Надо очень осторожно быть. Все, гусанек, прощай. Что? Вы видели? Слышь ты, гусяхина. Гусякин сын. Я тебя убью. Как он это делает? Мы все падаем, а он нет. Эй, вот-вот-вот-вот, мочи, нажми кнопку удар. Эй, блин. Все падают, они... Гусанек, ты что, хорошо играешь, что ли?
Эй, я, короче, его буду тут ждать. По-любому сюда придет. А, красиво. Вот, все, хана ему. Все, да. Отлично, отлично. Ребята, давайте теперь я хочу начинать мочить всех. Окей. Так, давайте тогда сделать так, чтобы вот этот человек сейчас умер. Угу. А что тяжело стало мне играть? Серега, мы тебе подали в первом раунде, на самом деле, я тебе серьезно говорю. Да, вообще не первый человек. Блин, что-то я уже не хочу играть, это... Да упадайте. Не, давайте сам упадет. Ну, Серега, ну упади, пожалуйста. Ну нет. Я тебе дам бутылку хлеба. Самогона. Бутылку хлеба. Гениально, Максим. Ты молодец. Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы уже влепили подписку, лайк и лупанули немножко колокольчик. И залетайте в Дискорд, поорем. Сады! Максим! Я тебя ненавижу. А че он упал, я так и не понял. Я мимо пробегал, и он оттолкнул меня. Серега, ты будешь танцевать мне сейчас тут песни? Да. Так-так-так. Все, вот тут вы сейчас сольетесь, смотрите. Вот он, один упал. Еще один упал. Ты сам упал. Вот, вот, Серега! Серега, ну как ты это делаешь? Мне кажется, Серега выиграет в этом раунде. Не знаю почему, но у меня такие ощущения есть. Он очень хорошо. Давайте теперь проверим, кто лучше играет, Гусунек или Серега, кто лучше паркурит. А, не хочешь, да? Но... А мы прыгать не можем, мы как прилипшие морды. Да. Так, хорошо. Давайте тогда так, занимаем самые центральные... Блин, так они могут с каждой точки прыгать на разные балки. Окружайте их, вот они. Окружаем, окружаем, окружаем. Блин, ой, Серега, стоять, ну ё-моё. А чё ты ржёшь, ты должен умирать. А чё ты продавился? Серега! А как ты упал, тебе кто-то скинул? Кирилл. Кирилл Геймер. Отлично. Я бежал, и он сам... Да не, все правильно, главное победить, а как это происходит? Ой, я убил. Блин. Аги-ваги убил. На тебе, Кирилл Геймер. Да. Гусунёк, ты опять победил? Ну да. Эй, Гусанёк, это нечестно, два раза подряд? Ну да. Ну, окружай! Ладно. Е-е-е! Молодец. Давайте сделаем, чтобы Гусанёк сейчас сыграл за монстра. Да. А мы будем его троллить. Окей. Ой, Максим, извини. Эй, я тебя не бил! Скачила. Ой, извини, там ближе! Ну, пацан! Серёга наваливает! Танцуй, танцуй, пап. Ой. Два уже монстра. Ой. Ха-ха-ха, Гусанёк. Вроде хорошо играет, но падает. Блин, чуть два раза не упал. Спотыкнулся. Беги. Беги, есть. Ха-ха-ха, не смог. Вонючий монстр. Сам такой. Так, Кирюша геймер тоже слился, уже упал. Молодцы, пацаны, мои поздравления. Серега фотографирует вас. Какая камера вас снимает? Ой, сзади, 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 сзади монстр. Сзади, Хагиваги, тут Димас. Да я вижу, я бегу, я чуть не встрался. Я Хагиваги своим говорю. Так, а, да? Они меня не слышат. Это да. Что такое? Что за дерзкое нападение? Так, Серега, давай, мы должны выиграть. Танцуй, танцуй, пока молодой. Мальчик. Дима, ты весь в крови? Окружайте их, окружайте. Ты тоже. Нет, не окружай, не окружай. Опа, нет, прыжок века. Упал. Не Марина. Смогли. Максим, ты опять упал? Я не смог прыгнуть. Ну с Максим. Ну я поддался. А, да? Ну да. Я не смог. Монстры падают постоянно вниз, это круто. Так, я вижу, приближается с разных сторон. Ну что, я последний, да, остался живой? Нет. Дэн еще. Серега, ты тоже проиграл? Да. Опа! Вы видели? Профессионализм. Я должен выиграть, ребята. Хоть один раунд должен опа, затащить. Дэн упал. А что, ты выиграл? Я выиграл! Да. Ты выиграл! Ну я выиграл! Я выиграл все равно! Видишь, какая радость у меня! Я так рады! Давай, Максим, в этот раз ты не упадешь, пожалуйста. Хорошо. Ой, извини. Друг друга толкаются. Ой. Да я тебя не бью! Ой. Бегите, бегите, глупцы, Кирилл Геймер уже здесь. А Серега, как всегда, наваливает. Танцуй, танцуй, Сережка, Папайрус. Давайте будем ржать, потому что он не умеет играть, как мы. Так, пока мисс Гусанёк и я победил, да? Больше никто еще не побеждал? Но я больше всего. Я не помню, вроде один раз всего. Ладно, ладно, два раза выиграл. Один.
А, да, один. А, уже двое. Спасибо, спасибо, Серега, за то, что ты такой хороший человек. Ты... Скинул, да? Я за Серегу тоже один раз упал. Так, ну что, ребята, теперь я должен еще раз выиграть, тогда буду победителем этого ролика. Я должен это сделать. В любом случае, я должен это как-то суметь. Ты должен меня побороть, иначе будет ничья. Опа, не смогли. А так опасно, на самом деле, прыгать через эти пропасти. А, еще Максим живой? Да. Ой, Серега, чуть не подставил. Блин, они так топают со всех сторон, непонятно куда идти. Максим чуть не упал, блин, из-за тебя. Хотя, что этот виноват и не виноват? Дима. Да беги! Дима! Беги! Есть! Максим, давай, давай! Опа, есть! Блин, как это страшно! Как вы так вдвоем выживаете, нечестно? Научись, пока мы живы! Ой, как аккуратно! Ого, меня убило! Это как работает! Можно быстро пробегать как-то? Вы за мной... Наверное. Вы за мной повторяете, читер. Опа! Серега, ну куда ты полетел? Дим назад, там упал. Есть! Есть! Я выжил. Получается, мы втроем остались. Да. Да. Как он это сделал? Перепрыгнуть можно за монструху. Ну я тебя не убью, блин. Ты не сможешь меня никогда убить. Я лучший паркурщик этой игры на планете. Опа. Ты один живой, да? Я один остался, да, пацаны? Я живой. Как? Да как? Я упал, живой, упал, я тоже. Ты, Максим, тоже живой? Да. Я к тебе их веду. Мочите Максима, он виноват во всем. Ну, так, ребята, ну что, решается судьба моя. Смогу я выиграть или нет? Нет! Максим, ты жопа морская! Я выиграл, ты упал. Да Максим, ну Максим! Да не, я вроде... Ладно. Ну ладно, ладно! Так, ну что, теперь мы выхватили тактику, как реально можно круто, да, выживать? Максим, мы классно, да, с тобой так что тащили? Да. Это было интересно. Хотел врезаться в тебя. Так ты меня, так ты и так и сделал, ты мне скинул своей вонючей жопой грязной. Нет, я упал наоборот. А, да? Убегал. Упал наоборот? Гениально, молодец. Беги, беги. Тут даже боишься прыгать, потому что во время прыжка реально отталкиваешься. Смотрите, он никого не может убить уже минуту целую. Лох. Так, отлично. Блин, ну пока весь класс ты выживал. Я, кстати, уже налобался. Ты, Серега, потренировался уже? Да. Ничего, я в основном... А ты только и делаешь, да, что танцуешь постоянно? Вот, вот смотрите, кто опять первый умер. Ну нет, ну стойте! Ну Санёк, ну чего ты падаешь постоянно? Это не я, это Санёк. Я знаю, что это обычный. Санёк обыкновенный, ну не падай. Санёк вообще... Нет. Стоял на проходе, я хотел пройти, а он... Давай, ЛТВ, мы же команда, стоп их. Давай, давай, вы не сможете больше никого выиграть. Если б не Санёк обычный, мы вообще, да, пацаны, ни разу б не слились бы. Ну вы бы на ошибках бы все равно бы упали нет, куда-нибудь. Нет, 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 этого не может быть, я тебе не верю. Так, Санёк, как-то тебя надо устранить. Дима, ой, извини. Беги. Помогите! Стойте! Нет! Ёп! Каламанек, да я случайно, блин, так тупо слит. Блин, я тоже упал. В воздухе нельзя корректировать, блин, полет. Можно. Уйди от меня, Кирилл. И ЛТВ, это тоже у меня отойди. Так, теперь моя цель убить Сережу. Так, где же Серега? Вижу. А он ну, танцует так. Постоянно. Серега. Ну, монстры, ну не падайте. Не спавни. Ты че, куда ты спавнишь? Блин. Так, Максим, уйди. Давайте сюда сходим тогда, раз такое дело. Так, стоять, иди сюда. Ха-ха-ха, упал! Ты меня съел, дурак. Ха-ха-ха, Кирилл Геймер упал. Так, Гусанёк и Серега на той стороне, давайте будем стопить их. Так, я, короче, блокирую одну балку. Блокируешь, молодец. Ну, давайте другие, пацаны, давайте блокировать балки. Серега, ты хоть вот так, да, танцуешь постоянно? Хорошо. Давай иди на другую сторону, давай, ладно. Серегу! А что это сейчас было? А что ты, он Серега, не заметил, поддался? Как его съели. Гусанёк, ты опять выжил? Да. А, еще Дэн живой. Дэн. Я. А, вас трое. Хорошо, пацаны, давайте. Давайте, Гусенька. Все, окружаем. Я уже жду его здесь. Вот я съел его. Молодец, Максим! Красавчик, Максимелло! Так, давайте Дэна ловить. Не, давай. Дэн! Он сейчас упадет. Я только сказал, что Дэн упадет.
скользко, а мы специально там нахарькали. ОТВ, ты победитель этого раунда. Так, давайте прочитаем его траекторию. Он сейчас бежит сюда, значит, он побежит в эту сторону. Стой, я его сейчас тут поймаю. Я скинул. Кирилл Геймер. Смотри, как хорошо тащит, прям красавчик. Я лучше тащу. Ну, я вижу, что ты проиграл. Ну, просто повезло. Да. Так, вот он, вот он, вот он. Во, отлично. Так, теперь я его здесь блокирую. Давайте, пацаны, давай. Ё-моё, вот, я здесь. Все, я забаррикадировал один проход. Теперь там блокируй. А ну, пацаны, ну надо его убивать. Есть. Убили. Максим, ты упал? А, да. Нет, 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 вам показалось. Да я вижу, ты умер, World. Да блин. От мира. Дима, я буду тебе песни петь. Давай. Но... Так, смотрите, сейчас я его обману. Опа, не получилось. Давайте убегать от Хагибаги. Так, давайте сюда. Блин, классное выживание. И ты понимаешь, что малейшая ошибка, ты просто умираешь. Так, так, так. Опа, это так не работает. Смотрите, как мы хорошо потренировались. Теперь мы вообще тащим. Шикарно просто. Дим, я танцую. Я вижу. Ты же гусяка. Жопу он. О, Дима, а вот у тебя вот 0 хп, я вот думаю взять. Нет, вот это не вот. Надо, не надо. Убейте гусянька за это. Меня могли сейчас убить. Ну и надо было убить тебя. Я все хаки. Кирилл ТВ. Так. Ха-ха, Кирилл Геймер упал. Это все из-за балки. Так тебе и надо, курочки помада. Да блин. Ребята, вот сейчас мы тащим шикарно. Я прям вообще натренировался и четко выживаю. Смотрите, у этих монстров ни одного шанса нас победить. Ноль. Есть шанс. УТВ, блин, мы с тобой двое красавцев. Тихо, тихо. Опа. Хорошо, собака медленно, поэтому за нее лучше не играть. Это все из-за Сани. Да это из-за тебя все. Опачки. Красиво обманул. Ну что, давайте. Я готов вас встречать с трех сторон. Идут, смотрите. Так, Дима, так, кстати, так, так. Опа. Я выжил! Я выиграл! Да. Она что-то меня убила! Я их стравил между собой! Ребята, я лучший игрок! Ну что, я тогда победил в этой серии или нет? Нет, нет. Мы с тобой ничья. О, мы победил. Сейчас, короче, сделаем решающий раунд тогда, гусанек. Да ну ё-моё! А если я сейчас дольше тебя продержусь, значит я выиграю? Нет. А чего ты сышь? Да. Смотрите, как я. Просто как? Ну вот так вот, ты не умеешь играть, осознай свою ошибку. За NPC не может не умеешь. Ну все, ребята, я победил, я дольше гусянька выживаю. Нет. Нет, ты пересмотришь, я дольше тебя выживаю. Ребята, перехват. Гусянек, я выиграл. Не. Ну ты понимаешь, как я играю? Смотри, просто по феншую, ногами на север. Ты просто признай то, что ты мою тактику используешь. Какая тактика? Мы поддаемся тебе, Дим. Почти. Блин, ребята, это классно выживать. Это очень... 0 хп, 0. Ну давайте, пока вы все по одной дороге пойдете, я пойду по другой. Если бы мы сами не столкнулись бы, то мы бы еще были... Вы еще друг друга мочите. У него 0 хп. Давайте, пацаны, давайте, я вас жду. Вы же хорошо играете вроде бы. Давай! Нахуй! Ладно, ладно! Да я даже гусянька продержался, согласитесь! Нет! Хорошо, давайте, пацаны, делаем так. Вы все монстры, а мы гусяньком вдвоем выживаем. И кто из нас выиграет, тот и победитель этой серии. Согласны? Давай. Йо! Да я поддал! Блин, да я первый раз лучше! Ну ладно, 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 ладно! Ну блин. Свет отключили, монитор кривой. Да это свет плохо падает. Да блин, гусанёк. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, взрывай. Все улетело.